Всем здорова, с вами Гидр 94, и сегодня у нас реакция на анимацию Леонид Якубович снова в игре Mortal Kombat, расширенная версия. До этого у этого человека была анимация Якубовичу в Mortal Kombat, но ее заблокировали за нарушение авторских прав и что-то там еще было от некой компании Vidor. Сейчас он выпустил какую-то, видимо, новую анимацию или переделанную старую. Ну, в общем, давайте оценим. Animation Deck. Кто это сделал? А, это типа старая анимация там была заблокирована. Не хочу произносить вслух, куда вы вляпались. Стой, не уходи. Мне остается только сказать вам вот что. От Капитал Шоу Поле Чудес, от независимой телекомпании... Подобное уже что-то было у Сындука, когда там тоже подставлял озвучку Якубович под драку. Поле Чудес. Так, он Лао. Кубович. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я Кубович, просто Кубович. А Джейсон. Обидели юродивых. Слышите, вы уже не нужны. Вторая тройка. Что будете сейчас делать? Толстатый, видимо, с лицом телекомпании вид, видимо, замазан. В слабом женском организме. Ой, ой. Без этого, без истерики. А вы что, у вас фантазия на что? Что пристали? Банку огурцов? Вот вам за это. Ты что, сектор это, Сайрон? Сектор, приз, а вот и сектор, да? А сектор приз. На двоих, тур в Санкт-Петербург. Мы за вас рады. Китание скорпионов? Ой, иди сюда. Чутем стоишь. А? Немецкий моющий пылесос Tomax Compact 20. А, это пылесос? Я сначала подумал, что это бритва. Буква. Как его, Шансон? Откройте! Ну, раз, два, три, подозреваю, что это фаталити, да? Да что ж тут угадывать-то? За что вы... Так, рептилия еще и бошку сожрала. Fatality. Ну, конечно! Да, конечно! Жутко захотелось косточку. Мама дорогая! Мутаро. Я же был хозяин такого коня. Опа! Ока! Цыгане! Какого фига? Да ну, да ну, ух ты! Финал! А и канал конец сперли. Да ладно! Подарки в студию! Что вы говорите? Ну так продолжим веселиться. Я вам предлагаю сыграть супер игру. Знаете, как обвеселимся? Обхохочемся. Что? Спасибо, подарками свалим. И перед нами победитель! Победитель! Кубович! Победитель! Победитель! Wins. То есть зачем оставил я, если ты просто оставил Кубович? Мне остается только сказать вам вот что. От Капитал Шоу Поле Чудес, от независимой телекомпании Видопа. А типа он уже заранее что ли сделал? Ах, теперь я. На случай, если его заблокируют. Я теперь цветы в студию. Ну и как обычно. Похоронная музыка. Гробовозка такая. Вы привезли подарок? И это замечательно. Ну, подарите нам подарок. Огнетушитель. Причем тут скелеты? Посмотрите на табло. Animation deck. Это важно. Что надо сделать? Мы-то можем и без этого перетерпеть. А вам вот, вот. Ну, мне понравилось, это прикольная такая интеграция получилась. То, что все его фразы под игру так хорошо подходят, все его действия, но заблокировать только за то, что там используется голос Якубовича или чит там как эмблемы там и тому подобное, типа телеканала ВИТ или надписи «Поле чудес», это... блин. Прям ничего нельзя сделать, нельзя спародировать. Ладно, если понравился мой реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео, если группа ВКонтакте, подписывайтесь на Animation Deck, может еще какую-нибудь он сделает пародию в таком же стиле. И до следующего видео.